Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 18 лет. Здравствуйте, друзья, коллеги, уважаемые подписчики. Вот сегодня я получил вот такую вот посылочку в курьерской компании СДЭК. Посылочка из города Мурома от Павла. Я ему отправлял на дегустацию яблочные бренди, ну или кальвадос, кому как удобно. Он в ответ прислал мне свой напиток. Какой, я, честно говоря, пока даже не знаю. Бренди он пока еще не дегустировал, потому как я его попросил немножко подождать, чтобы напиток отдохнул после бочки. У него есть свой небольшой каналчик развивающийся. Ну, скажем так, больше не алкогольный, а развлекательный. Пока еще совсем молодой, растущий, но с потенциалом. И вот сейчас посмотрим, что он мне прислал в ответ на то, что я ему отправлял. Что-то здесь как-то всего много. Да, тут набор настоечка абсент. Судя по всему, какие-то дубовые брусочки. Ну, это вот какая-то бутылочка. И, судя по всему, еще одна какая-то бутылочка. Ну и все. Так, как-то Павел что-то мне наприсылал много всего. Давайте посмотрим, что же здесь такое есть. Вот такая бутылочка, коньяк муромский. Очень интересно. Такая хорошая бутылочка Наполеон. Отлично упакована. С этикеточкой. Очень богатый цвет. Чуть позже посмотрим, что это на вкус. Ну и посмотрим, что же здесь еще за бутылочка. И еще вот такая вот бутылочка. Домашний продукт. Изюмовка от Павла. Тоже очень интересного цвета. Красивого. Но будем надеяться, что и вкус ничем не хуже. Ну а дегустация не за горами.
подошло дело к дегустации. Вот сегодня перед ужином мы решили продегустировать, а заодно и для аппетита. Коньячок муромский от Павла. Открываем. И наливаем. Ну, цвет просто потрясающий. Ну, теперь давайте посмотрим на аромат, ну и каждый выскажет, что он об этом думает. Громким командным голосом. Очень приятный запах с нотками, да, я бы сказал, с вишневыми нотками. Ну да, аромат легкий, не слишком мощный, но как-то он больше фруктовый. А я бы, наверное, сказал, что на аромат, если бы я вот не знал и мне дали понюхать, не пробуя, я бы, наверное, сказал, что ближе к рому. Попробуем. Давайте попробуем. Ну вот в чем парадокс. Во вкусе коньяк, а не ром. Вот действительно коньячный вкус. Ну тоже с легким вишневым. Ну, да, достаточно приятный. Да. Очень даже, очень впечатляет. Да. Смело можно пускать в производство и выставлять на прилавке магазина. Даже нынешнее, то, что продается в магазинах, я бы сказал, гораздо похуже. Гораздо. Так, ну на сегодня мы закончим. Второй напиток, наверное, продегустируем завтра. А дальше, извините, мы будем ужинать. Так, очередной ужин. У нас очередная дегустация. Но тут все домочадцы мечут, как не знаю кто. Голодные, как стадо папуасов. Вчера мы дегустировали вот такой коньячок муромский от Павла. Сегодня будем дегустировать изюмовку. Так она и называется. Изюмовка от Павла. Открываем. И наливаем. Ну, по цвету ничем не хуже вчерашнего коньячка. Посмотрим, что у нас в аромате.
Ну, не знаю, что будет во вкусе. Аромат, ну, почти нейтральный. Что это, скажете вы? Да все просто. На самом деле я был полностью честен, когда говорил о нейтральности. Но после того, как напиток постоял в стакане, немножко отдохнул, он раскрылся и приобрел довольно приятный, можно сказать, даже шикарный аромат. Ну а теперь можно приступить к дальнейшему просмотру. Ну, вкус немножко рисковат, чувствуется дуб. Вообще напиток с потенциалом, у него тоже вкус ближе к коньячному, но ему нужно еще хорошо отдохнуть, и тогда будет замечательный напиток. Да, поддерживаю. Ну вот как-то так. Всем всего доброго. До новых встреч!